А тим часом ніяк не може натішитися, що потрапив на «Україна має талант» ось цей чоловік. У халасливій юрбі одеських талантів Леонід почувається, мов риба у воді. Вантажник джанкойського елеватора серед співробітників вже давно зажив слави справжнього артиста. Якщо скучно, то я притащу магнітофон якийсь, будемо слухати музику. А если какие-нибудь случаи из жизни, я их так перескажу, то все обхохочутся и упадут. Не дає нудьгувати Леонід і домочадцям. Зрештою, направити невгамовне почуття гумору чоловіка в мирне русло взялася дружина. Это с ее легкого пальца я здесь. Нашла сайт, узнала, что можно заполнить анкету, и она все для меня... Как би і зробила. Перед самою сценою Леонід дещо розхвилювався, але дороги назад немає. Дружині пообіцяв, то вже треба йти виступати. Здравствуйте. Ух ти. Здравствуйте. На крестик, пожалуйста. Приветствую. Боже, а що ж ви так всіх розцілували? Ну я ж... В образе. А, вы уже в образе? Ну, это мне помогает немножко расслабиться. А-а-а. Ваш конкурс, извините. А, вы зараз хвилюетесь, да? Не хвилюйтесь. Как вас звати? Леонид Шерстяков. Что вы нам показываете? Я вам покажу пародию на Бориса Моисеева. Борис. Все говорят, Борька такой, Борька сякой. А он на самом деле... Пьет украинскую горилку, нарезает украинское сало. Не, вы на меня так не смотрите. Я знал вашу реакцию с самого начала. Я заметил по программам, что как где-то что-то такое там. Раз, и коллеги нервничают. Ой. Влад сразу строгает это все. Хорошо, а что вы про Славу заметили? Слава, она как бы кажется добрая, а на самом деле она трезвая и может даже быть жестокой. Ну, трезво рассуждает. Ну, между нами не всегда трезвая. Ну, иной раз она может жесткость проявить. Так вот. Жесткость может. Согласна. Мне приятно, что наша программа богата и на легкие дивацтва. Скажите, пожалуйста, сегодня у вас первый в жизни выступ, или вы где-то выступаете? Нет. Нема у вас глядачей, кроме нас? Ну, мои домашние... Давайте зробимо наступним чином. Ми зараз вам поаплодуємо, і ви почнете виступати. Оплески Леоніду. Знак пошел. Я не вижу ваших рук, мужчины. Я смотрю на небо, я смотрю туда. Высоко так не был раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять. Я тебя не трону, дай хоть помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Чувство глубокое, счастье далекое. Где же ты, где? Да, 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 да. Немножко, нет. Лёнь, но я могу не только его пародировать. Да вы что? Как бы тебе повезло моей невесте. Лёня. Завтра мы идем тратить все свои, все твои деньги. Шо
коридорах листопада, лунная соната. Все, что мне нужно сейчас для души. Осенний поцелуй, сок рубиновой вишни. Как жаль, что ничего у нас летом не вышло. Леонид. Между нами память и туман, ты как во сне. Леонид, у нас еще участники есть. Пардон, все. Мы поддерживаем всех. Пусть ваша душа поет, танцует и радуется. Вот мы за это, но... Дай хоть помечтать. Ну, что вам сказать? Три нет. Ну, удачи вам. Лена, ну вот, все, отпелся, еду домой. Завтра на работу успеть надо.